Югра. Главное окружное радио. Доброе утро, друзья! То самое время настало на одно наше любимое с Никитой, когда мы выходим на прямую связь с нашей коллегой с радио «Югра» Дашей Кузнецовой. Мы уже ее видим, я думаю, вы тоже, и даже немножко слышим. С ведущими утреннего телеканала «Югра». Никита, Марина, привет! Даша. Привет, Даша! Доброе мы утро! Привет. И вы здесь! Надо и мы здесь! Какая здесь. Неожиданность! Я тебе скажу больше, я теперь каждый день здесь. А что так? Порадуемся за Никиту. Я очень люблю работу. Да? А, я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. Вот это про тебя? Так вокруг меня здание построили. А я-то думаю, что происходит? Это именно поэтому так холодно, Никит? Потому что у тебя ледяное сердце? Конечно, конечно. Вот это давай, прекращай. Ты вот это давай, прекращай. Вот это вот давай, подари всем тепло, в конце концов. У тебя такая красивая, нежная, добрая улыбка. Глаза у тебя какие-то. Которая не способна вызвать глобальное потепление. Но Марин, подожди. Конечно, я же не могу. Тут меня хвалят. Дай секундочку, я послушаю еще. Ладно, только эпитетов. Так, ребят, слушайте, сегодня классный день. Сегодня праздник свой профессиональный отмечают работники ЗАГСа. Вы, насколько я понимаю, оба заходили в двери этого заведения. Да, мимо проходили, да. Видели этих людей? Да, да. Расскажите, какая свадьба у вас была? Пышная, скромная? У Никиты пышная. Я не помню. Я правда не помню. Он говорит, я сомнительно, смутно помню мою свадьбу. Нет, я был абсолютно трезвый, но я просто не помню. На что я ответила, я, Никит, помню твою свадьбу. Если что, я расскажу, как это было. Да, там все правоохранительные органы помнят, как Марина гуляла. Мне кажется, в те далекие времена, Даш, знаешь, у всех были пышные свадьбы. Так было принято, знаешь, вот вложить все деньги, взять кредит. Выбрать красивую залу. Да, да, да. И вот прям все вот туда. Лучших ведущих, и все в свадьбу. Да. Но, слушайте, все-таки вы за то, чтобы свадьба была пышной. Или вы теперь уже по прошествии достаточного количества времени поняли, что это была совершенно глупая затея. Лучше бы вы, ну не знаю, диван новый купили или... Или съездили отдохнуть куда-нибудь. Путешествие съездили, да? Или машину. Мне кажется, по тем деньгам это было вполне реально. Да, на тот момент даже новую иномарку. Да, в такие моменты задумываешься. Вообще, конечно, очень странно, что ты, Никит, потратив ого-гошное количество денег, просто не помнишь эту свадьбу. А ну, если повторить... А он волновался. Я волновался, да. Тем более, что у меня там собрались самые близкие люди. Я так думал, и была куча людей просто. И, видимо, я как-то, знаешь, что-то вот в моменте все это. Я не знаю, как так получилось. Я правда не помню. Хотя не пил абсолютно ничего, кроме морса. Слушай, ну хотя бы видео есть подтверждение того, что ты женился? Есть. Видео где? Ну ты же понимаешь, все фотографии, все видео, которые делаются на свадьбе, никто никогда не смотрит. Все это лежит в красивой коробочке, перемотанная ленточкой и просто лежит. А мне кажется, это отличный повод, кстати, взять, достать и пересмотреть. Да. Ну, не зря же вы заплатили видеографу вот такое количество денег. То есть вот столько заплатили за свадьбу и вот столько видеографу. Поэтому, ребят, ну пересмотрите в конце концов, потому что я-то думала, Никита, что ты сейчас начнешь рассказывать, боже мой, у меня была самая красивая жена, я был в потрясающем костюме, была вкусная еда, а ты, я ничего не помню. Нет, еда была вкусная, жена до сих пор красивая, ничего не изменилось. Я ему тоже говорю, зануда, Даш, вот просто, почему как? Нет, я же мы говорим про мероприятия, события, я не помню, правда не помню события, но вот жена была красивая, да, у меня. И остается красивой. Марин, то есть я понимаю, у тебя была вот это вот все, вот это помпезное. Да, платье тортиком, там вот все вот эти моменты, когда сложно повернуться, знаешь, для танца, но вот, тем не менее, это. Ну что ж, ребята, это было лучшее время ваше. Хорошего вам эфира, хорошего понедельника. Пока. Спасибо, Даша. До завтра. Пока.